one thing we know about Elizabeth Harmon is that she loves to win. Книга и фильм передали вот тот пиетет перед достижениями советских шахматистов, который был тогда, и необходимость этот опыт перенимать. No player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian. Don't make me over. He is a world champion. Now that I do anything for you. Over this way, gentlemen. Gentlemen. And those guys? KGB. Make sure Borgov doesn't run away. Надо то сказать, что как раз моим вкладом было появление сотрудников КГБ, которых в книге нету. Я объяснил Скотту Франку, что выезд семьи чемпиона мира за рубеж был невозможен без такого плотного сопровождения. Элизабет Харман делает следующий ход c2 на c4. Ферзевый гамбит. З міжнародного турніру в білі, там, значить, в прийнятому ферзевому гамбіті. Ну, я пригадав по пам'яті, що була така партія саме з Вольфом, хоча там 27 років пройшло, ну, але партію пам'ятаю. Ну, я кажу, я думаю, що він цю партію аналізував, і саме от в аналізі знайшов то посилення моєї гри. Тобто, і ця ідея йому здалася цікавою, і він захотів поділитися нею з світом. You know why they're the best players in the world? They help each other out. Us Americans, we work alone because we're all such individualists. Beth, listen to me. Gotta open up that file, okay? How do I do that? Four ways, depending on what he does. И мне кажется, вот это ее отход от этого индивидуализма, что, кстати, как бы разводит вот эту биографию Харман с Фишером, потому что Фишер всегда был индивидуалистом. В целом-то во многом ее история повторяет фишеровскую, но вот здесь есть полный отход от фишеровского недоверия вообще любому помощнику. И то, что вся история как бы восхождения Харман, это история взаимодействия с людьми, которые помогают ей, которые хотят ей помочь. Creativity and psychosis often go hand in hand. Что касается транквилизаторов, не будем забывать, что алкоголь, между прочим, это тоже зависимость, которая реально угрожала ее шахматному совершенствованию, шахматному росту, мне неизвестны никакие истории, когда транквилизаторы такого рода могли чем-то помочь. А более того, понятно, что они наоборот как бы притупляли ее сообразительность. Играть, не глядя на доску, а там глядя куда-то в потолок, это не что-то необыкновенное. Я могу перечислить много шахматистов, как бы ведущих, которые просто зачастую просто смотрели в сторону и думали просто так. Я тоже иногда мог отвести глаза от доски. То есть это как раз сцена и последняя, особенно в конце последней партии, когда он смотрит на потолок. Это драматично, но это вполне соответствует вот тому, что могло бы происходить в партии такого нокаута. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive.
chess can also be beautiful.